Всем добрый день, меня зовут Галина, если кто-то еще вдруг не знает. Я вот хотела показать, что получается, когда на меня находит креативность, и я начинаю все делать сразу. Вот вчера весь день я делала разные украшения, и мне почему-то хотелось сделать все и сразу, поэтому я подоставала все, что могла. Я очень человек, мне нужно разнообразие. Я начинаю что-то делать, смотрю на другое, мне хочется делать другое, я начинаю делать другое, потом стараюсь себя остановить. Вот. Пыталась, закончилось на том, что я пыталась сделать браслетик с черным жемчугом, но, к сожалению, не проходит. Значит, надо будет смотреть, может быть, буду сверлить. Скорее всего, эта насадка слишком короткая. Я уже насадки купила, но нужно специальное приспособление, чтобы насадку можно было поставить на прибор. Значит, что я... Пока я все это вчера пыталась сделать, прибежал мой сын, которого сегодня день рождения, ему 4 годика, и он решил, что хочет мне помочь. Вот я ему дала агат сортировать. Сортировал. Он вообще матовый и полированный. Вот он сортировал по категориям. Это, наверное, один из них, а это второй. Это было очень смешно. Вот что я вчера сделала. Сделала два браслетика с жемчугом серебряным, а потом из перламутра и очень красивые жемчужины. Это как листик clover, это... Но мне кажется, что это похоже на бабочку или облачко. Я сделала такой красивый браслетик. Я когда делаю что-то на шею, мне всегда хочется сделать сережки. Вот я сделала такие сережки. Выбрала красивые. Но бусины эти больше размером 10 миллиметров, а эти на 8 миллиметров. Потом маленький браслетик. А потом я к моему из рубина браслету с красивым барочным жемчугом, который стремится к круглой форме. Вот. Сделала, так как здесь у меня еще маленькая барочная жемчужина, я сделала сережки. И соединение взяла такое же, как удлинительные цепочки, чтобы оно сочеталось. Рубины и маленькие жемчужинки на конце. Потом этот у меня уже давно был браслет, но я все хотела сделать сережки. Это из марганита с розовым держателем. Я сделала вот такие сережки. Простые, но лаконичные. Фурнитура премиум качества и вот такой красивый жемчуг. Мне больше нравится розовый жемчуг, чем белый. Я считаю, что у него цвета очень красиво переливается, разнообразно такое. Но большая часть людей любят белый. Ну, потому что он, конечно, под все подходит. Потом у меня давно лежали вот эти, что я хочу сделать внизу. Это у нас аметист темный такой. Немножко есть разводы. Вот. И вот такой барочный жемчуг прямоугольной формы. И тоже фурнитура не темнеющая, не аллергию вызывающая. Такие симпатичные. А потом я недавно получила жемчуг розовый, как его называют. Но мне так он больше персиковый. Но красивый очень. Это я выбрала самую маленькую. Есть жемчужины 4 сантиметра. Очень огромные. Тоже на цепочку повесила. Очень красиво. Цепочка 18 карат. Тоже не темнеет. Вот. У меня еще лежит опал, настоящий опал. Я еще ничего не сделала, но думаю сделать на шею necklace, то есть ожерелье небольшое, как чокер, и посередине поставить барочный жемчуг. Так как у меня много разного жемчуга, я еще думаю. И скорее всего сережки будут барочный жемчуг с маленькими, вот, которые я... Видите, здесь очень маленькие, 2 миллиметра, наверное, некоторые 3 максимум в конце, в начале. Потому что он идет по
нарастающий. Так, сейчас покажу еще. А это я в процессе делаю еще сережки. Люблю плести. Бисер вообще очень мелкий, 15 размер, поэтому у меня много времени занимает. Извините. Потом вот этот жемчуг я получила. Он больше с кремовым оттенком, барочный. Но тоже на нем нету лака, то есть его ничем не замазывали. Ну вот, очень красивый, тяжелый, среднего размера. По-моему, 2,5 сантиметра самая большая. Нету моего абрикосового рядом. Вот, а из другого барочного жемчуга, который с голубым оттенком, более холодный, вот такие сделала. Такие красивые кулончики на серебряной цепочке. Вот, так что я сижу здесь, наслаждаюсь видом из окна. Японский клен, сосна у меня такая красивая. Вот, еще хотела показать. Я очень люблю жемчуг, и я всегда стараюсь найти где-то. Вот еще голубой. У меня я их разобрала по парам, чтобы сережки делать красиво. Он с голубым оттенком. Очень долго искала. Вот есть побольше размером, есть поменьше. Эти я отложила еще, наверное. Я пока не решила, может, кулончики будут, потому что они друг другу не сильно подходят совсем. Поэтому решила, что сережки не буду делать. Вот такие у меня это я купила в отделе для мужчин для строительства. А вот мой жемчуг, который огромный, 4 сантиметра. Есть такие жемчужи. Вот он очень красиво отливает. Вот он на камеру больше оранжевый. А на самом деле он больше нежный, с розовым. Фиолетовым оттенком. Камера как-то более ярче делает. Вот. Некоторые жемчужины, но очень такие симпатичные, прикольные. Я знаю, вижу здесь такое-то, но оно не поломано. Оно такие вот наросты. Мне очень нравится. Я была в полнейшем восторге, когда его получила. Вот он красиво, вот он розовый. Действительно, он розовый. Отливает таким персиковым оттенком. И очень красивый перламутр. А потом у меня вот такие красивые жемчуги. Я еще ничего не делала. Розовый. Вот, я люблю розовый жемчуг. Есть немножко, конечно, вот такие. Но это, в принципе, нормально. Есть такие точечки, но очень красивые. Вот. Еще мне очень понравился вот этот жемчуг. Розовый прямоугольниками. Такие, как вот этот белый. Только розовый. Он, конечно... Можно выбрать на сережки на пару. Вообще красиво браслет будет. Очень смотрится. Я люблю покупать жемчуг, но не всегда успеваю из него что-то делать. Вот такие красивые жемчужины. Тоже больше холодный оттенок. На камеру желтый оттенок. Вообще он больше к холодному. Тоже перламутр розовый, фиолетовый. Такой вот отливает. И белый холодный оттенок. Очень красиво. Симпатично. Еще вот такой интересный жемчуг. Так как я использовала в рубиновом. Он вообще, вот интересно, некоторые очень большие, некоторые поменьше. И вот он такими наростами все. На серьге, конечно, его нет, но на браслетике и на цепочке очень красиво. На чокер, на цепочке просто одну. Кто любит минималистический, я люблю все стили. Могу носить все, что угодно, в зависимости от настроения. Очень люблю бронзовую фурнитуру, но, к сожалению, в последнее время мало из нее делаю, потому что мало людей делает бронзовую, но лежит, и я надеюсь, что я, когда у меня будет больше времени, я сяду, сделаю что-то из бронзовой для себя лично. Вот они тоже холодный оттенок, не желтый, очень красивые. Прямоугольный белый, самый популярный, по-моему. Всем нравится белый прямоугольник. Так, ну все. А еще вот лежит из перламутра. Все думаю, что сделать. Вот мне нравится вот этот маленький. Но не знаю, делать под шею чокер, комбинировать его с чем-то или
Если все на металлической, каждую деталь отдельно, это очень много времени занимает. Или сделать браслетики и посередине жемчужинка. Как вы считаете? Спасибо, что были со мной. Увидимся скоро еще.